тоже где-то 20. Сейчас подтягиваемся, отжимаемся перед спаррингами. После уже будем забиваться после спаррингов. Ну-ка, сними подтягивание. Работаем. Ну-ка, ядрить кабан. Что за чувство, да? Чисто вбрасываю, пока я дома. Если вы хотели бы узнать, где я пропадаю, почему нет контента и прочего, так это потому, что я много работаю. Сегодня был мой самый жесткий клиент, которого я встречал в своей жизни. 4 дня он меня динамило покупки. То появлялся, то пропадал, то давай я приеду, то поздно. В первый день я с ним встретился, хотел, подъехал к месту уже. А он в итоге сказал: ой, извини, братух, отмена. И вот так вот несколько дней он меня минусовал, а сейчас он мне пишет: давай номер карты, я на такси отправишь. Просто левый тип на Авито, который даже не знает меня. И сейчас мы ему будем отправлять на такси его вещи. Я нахожусь в состоянии непонимания вообще, что происходит. Что есть вообще такие люди, которые так доверяют. Но как бы он знает, кому доверять. Вот теперь я снимаю. Я снимаю, бля. Камеру вырубай. Камеру вырубай, нахуй. Здесь съемка видео запрещена. Друзья, у тебя расстегнуто здесь. Да, я не знаю, бля, нихуя себе. Йо-йо, что это? Что это? Брось это. Моя любовь. Это ручная вагина. Подожди, это... Знаешь, но в натуре нравится Рено? Бля, охуенно машина, чуть не нравится. Не, просто я интересуюсь. Я бы Дастер взял. Бля, Дастер охуенно. Дастер классный. К нам Эконива приезжала. Эконива. Это Нива? Да, Дастер, который ездит по селам. Там пахло... коровьим говном и молоком вперемешку. Нет, молока не было. Ну, вот этим... Силос. Да, да. Силос. Ну, это перегной, вот этот, который они закрывают с сена в перемешку. В машине. А потом, прикинь, потом это все весной рассыпают. Прикинь, у меня вот так вот через дорогу, раньше была ферма, и летом был... Я летом выходил на улицу, и вот так было. Жара плюс 30. Есть, есть. Тухляк в пол. Я понял. Найкос классный. Такой вот Най. Ладно. Генри Ллойд. А да, это нормальный, кстати, уровень. Слушай, здесь? Да. Еще Най. Туфта, мужики, туфта. Что делаешь? Подъем на бицепс. Жим. Все красиво. Давай, давай. Скала. Скала Дуэйн Джонс. Звучит как оскорбление.
Короче, упаковали уже вещи, трусишки, всякое такое, кроссовки. Самое главное, короче, пацаны, кто едет, путешествует, вот так вот их аккуратно всеми обкладывайте, чтобы их нигде ничего не поцарапало, и они между собой не поцарапались, и все будет ништяк. Вот, вот так их сложил, и все, сейчас финальные подготовки, едем. Обязательно с собой средства для чистки. Вот, пенки немного и щеточки. Вот, это слишком жестко будет, берем поменьше. Вот такую. Это тоже обязательный комплект. Ну все, стартер-пак готов. Едем. Время 12, как ты видишь, 49 уже. Едем за Тёмычем, после этого за Ромчиком. Бросаем машину и уже выдвигаемся по чуть-чуть на поезд. Вот, еще надо будет забрать Димана, Танюху и уже ехать. Держимся, держимся. Хочется немного спать. Чего ты там взял, Ромчик? Я там взял планшет. Все, забрал пацанов, вот нет, забрать. Взял, почитай, карты. Прыгай, прыгай. Куда он прыгнет? Погоди, сейчас. Все, сейчас, да. Практически и всех попасть. Забрали. Время 1:20. Сейчас уже будем выдвигаться на поезд, вот, забирать Димана с Танюхой, отдавать машину. О. Привет, Ромыч. Привет. Все, с Ютубом поздороваемся. Где там? Твоя рука была? Александр, с подсвечниками поздороваемся. Обнимаю, мужики. Короче, нашли уже поезд, сейчас забираем хлопчиков и едем. Оп. Я наш... Роман. Так, ну что, куда нам? Все нормально. Короче, вон там. Все, мы едем уже. Мы в пути. Тёма, мне дай подушку, дай. Все, мы едем. Таня где-то там. Танюха. Все, мы все едем уже. Слава роду славянск. Все, мы переоделись уже, вон застелили все. Сейчас будем ложиться, все. До связи. Время сколько? 8 утра? 10:11. Перепутал. Вот, сейчас расстилаемся, будем делать обзор на походную еду казаков-туристов. Короче, обзор сухпайка на 1.5 суток. 6 дошираков таких, 6 дошираков в виде лапши. Это 10 вареных яичек, целая курица, 2 литра йогурта, да, самое абсурдное, бананы, печенье, водичка, и там еще целая сумка, и вот там еще одна целая сумка. Роман взял, ну, как всегда, все как нужно, кукурузу, тук, печеньки, пикчены. В общем, вот так как-то. О, яички всмятку. Так, 3-2 у меня. Расположились. Что я делаю? Чё, мы чё вот едем. Я тут отжимаюсь по чуть-чуть. Вот, нормально. Сейчас покажу вам, как это делается в поезде. Давай. Держи. Вот. Вот, вот так вот. И нормально. Лучше, чем пиво пить. Маковый подсолнух, нет? А. Подсолнухи? Я не знаю. Шахматы, шашки, бой с тенью. Обзор на булки. У нас кофе вот. День первый. 30-й? Нет, сегодня 29-е. Почему 29-е? А, сегодня 30-е. Сегодня 30-е? Нет, 29-е. 29-е. Сегодня 29-й день июля. Поездки нашей на поезде. Второй день. Мы научили людей закрывать за собой дверь. Нет, нет, не научили. А, научили. У нас есть 6 булок. Так. 6 булок. И у нас есть побольше. Мне так и не сказали, с чем. Сегодня будет рюкзак много пили. Голодные игры. Сегодня мы будем умирать, либо не умирать от булок. Первая булочка, она, видимо, с ягодой. Как ни странно. Будешь?
Боится, радости. Боится. Не то, что боюсь, боится, так возьми. Я жажду. В глазах боится, видно. Ну-ка. О, мы, кстати, поехали. Я не дернусь. Ну что? Вторая булочка, она... Татьяна. Да. Какой-то спасибо я... тебе за булочки. Классно испекла. Да, пожалуйста. Давай. Сейчас попробуем. Черникой. Едем на речку Донец. С ягодой. Едем на пляж, на речку Донец. Шикарно. А у меня осталось. Илец. Ты смотришь на поля? Мы уже где-то в Краснодарском краю находимся. Да. Где-то рядом с Грозным. Да. Птицы, чего, диван? А. Птицы, диван. Короче, ужин и спать. Я делаю. Короче, выскочили чуть постоять. Вот все здесь, все Роман, Тёмик, вот наш поезд. Но они там подальше прошлись. Вон, идут к нам навстречу. Вот, вышли, сейчас время 10 час. Ну-ка, давай. Такой. OnePass, давай. Нормально. О-о-о. Есть. Есть. Я снимаю. Тагил рулит, ну-ка. Твоя? Не, спасибо большое. Показывай, что тут. Да, вообще. Просто тебе нужен вот этот тумблер. Надо отключить? Ну, либо отключить, либо вечернее. Вечернее вот тут. Ага. Давай. Опа. Это ты дневной сейчас. О, ёпта, вот все. Вот, все, начинаю. Все, ништяк. Теперь покажи результат. Так, а что делать? Там результат. Это я сделал, мужики. Короче, мы познакомились в поезде с Саньком. Вот. Ссылочку на инстаграм оставлю в описании. О-хо-хо. Все вот так берешь. Смотри, фишка. Розетки, видишь, включены. Угу. Кипятильник включен. Все, ничего не работает. Видишь, микроволновка работает. Включаешь кипятильник, включается микроволновка. Краткий обзор на локомотив поезда. Значит, что здесь есть? Ядрить, колотить. Столько медяхи тут. Это что такое? Кондиционер отключил. Вентилятор пусть будет. Все. Жесть. Вот это ништяк. Проводник третьего разряда. Красавчик. Все, а мы Ролтона и погнали спать. О, в натуре так прохладно. Вообще тишина. Никого нету. Да, не нет. Время 007. Мы находимся... Где это мы? Это, короче, рядом с Ростовом, я так понимаю. О, как ветерок в натуре. Вот. Время 12 час ночи. Через сколько? 14? Нет. Через 5 минут. Нет, через... Через сколько мы будем в Анапе? 16. Через 16 часов, Санёк говорит, будем в Анапе. Чё, может... Да, мужики, вот это у нас приключение. Да, надеюсь, вам нравится контент. Надеюсь, вам такой заходит. Рой, ребята, мне скоро приедем уже. Вот это да. Санечек. Витер. У меня карты посерьезнее. Давай, все, практически приехали. Сейчас уже улетаем. Диман. Диман, покажи, как макросъем. Парень. Открой рот и поешь его. Вот, тихо. Старый. Стой. Во. Ну, это такие мощные типы вообще. Что ты будешь сказать? Прибыли на место. Все, то есть приехали? Да, сейчас будет самое интересное, ребята, переключим. Вот.
метров. Далеко не надо ходить вам. Сейчас выйдете, ну, сами. Я помню примерно. Пики надо все, надо прыгать. Все. Я их, короче, все здесь. Я вам, пацаны, красивый кадр сделаю. Да. Утро доброе. Ну как, уже не утро, уже хороший такой денек. Сейчас у нас происходит завтрак. Происходит, наливаем водички, все дела, подготавливаемся, кушаем и дальше двигаем по делам своим, по всей фигне. А ты с кем здесь разговариваешь? Кто это? О боже. Сейчас вот накрываем поляну, кушаем и идем покупать Катюхе торт. У нее сегодня день рождения. Вот. Роман, после тренировки чувствуем себя отлично, не как типичные свино-россияне, а как нормальные русские представители, так сказать, данной нации. Просто девчонка с дачи. Угу. Подруга на твоей никогда не была? Нет, когда... Кто миньон умрел, Салик? А ему нужно, видишь, туда попасть. Зашли покушать. Вот такое здесь место. Такие тут всякие. Самое оптимальное взять гарнир и вот тефтельки. Угу. Все хорошо. Дегустация борща. Кубанский борщ с мясом и пампушками. Ну, что ты хочешь в нем сказать? Нет, с бокс-боксом. Кусок сала. Пушка вообще. Нравится? Да. Погромче. Смотри. Погромче. Получается, человек с Калуги едет туда. Ты его слышишь. Ребята, вот сейчас будет вообще просто дегустация, просто вот с рук Романа. Борщ вообще вкусный, в общем, вот на велосипеде приезжаете, кушаете в Голубицкой и обратно в Калугу, вот так вот. Чисто. Вам тоже. Ребята, приятного аппетита. Приятного. Пустол у нас вообще. Ради этого стоит жить. Всем привет. Тихо. Вставай, говорю. Я стою. Капец. Чуть-чуть. Да. Все, пацаны, покупались, вы и хватит. Надо вылазить, а то вот с водой накрывает. Вот, отдыхаем, набираемся сил для будущей работы. Впереди ждет много интересного. Обещаю. Утро доброе начинается с кормежки рыбок моего отца. Кстати, чтобы вы понимали, мы приехали к моему отцу на море. У него здесь свой дом. И я его не видел уже 5 лет. А вот, так сказать, через 5 лет мы с ним встретились. Так что кормим его рыбок и идем на море.
идем на утреннюю зарядку. Спасибо. Да. Конечно, он не особо. Там получается перекусить. Из навоза, что-то из сена. Это мало. Казачье сало. Набираемся аппетита и едем купаться с дельфинами. Сало казачье — это просто пушка, ребята. Все ясно. Короче, вот так за все выглядит. Артемий, опа, нифига, Тёмыч, глянь, там еще наверх можно, оказывается. Сейчас бежим ловить дельфинов. Это Черное море. Вон там вот Турция, мужики. Сейчас будем искать его. Мы... Это Черное море? Ой, это чер... да, Черное. Это мы на Черном море. А? Песня. Круто! Ребята, чё? Пятихатку намочил. Доброе утро, вулкан Тиздар, мы идем. Тут голубая глина, лагуна и все прочее. Сейчас будем тестировать. Сложно описать ощущения. Надо попробовать. Ну-ка давай. Вляпался куда-то. Да, 90 да, метров да. Там, да, под низом? Даже двигаться тяжело. Ой, там выход. А ты ходишь? Подожди, Диман. Нет. Как? В смысле, ты Диман, слышишь? А не надо так делать. Ты закапываешься. Он вылезет потом. Вот о чем говоришь. Что ли? Да. Ты лежишь просто. Сейчас. Уа. Как по ощущениям вообще именно она, ну, на что похоже там? Ну, я не, как будто, ну, блин. Ну, как будто в очень плотную жижу, вот прям в очень плотную. Да, реально там. Такое. Понял, да, меня? О, какая она прям этот. Плотная? Она прям, так, Диман, тихо. Не этот, не шебурши. Я уже попал. Вы с головой будете нырять? Диман, двигайся дальше, блин. Я нет. Ой, блин. Как она плотно ноги обволакивает. А я тебе о чем? Сейчас. Ну, давай мне его лучше. Да подожди. О! Тихо, подожди, подожди. Саша, телефон дай. Сейчас. Капец, я все. Я лежу, сейчас. Она теплая? Ребята, нет, нет. Ребят, вот встаю смирно вообще. Ты в натуре встал? Да. Посмотри на него.
Вот это ништяк. Подожди, надо оттолкнуться. Саша, отдай мне телефон. Диман, ты там? Это что, нога? Саша, отдай мне телефон. Что, испачкать боишься? Хорошо. Я понял сейчас, мужики. Вот глина. Что ты хочешь? Вот глина. Диманчик, вот Дмитрий зовут. Короче, второй раз уже искупались в глине. Сейчас вот передышка. Покушаем и будем смотреть, что здесь есть вообще гулять, показывать. Потому что мне уже, честно сказать, не очень хорошо, так как там противопоказано, типа, не рекомендуется много находиться тем, у кого болезнь с сердцем и всей фигней. Вот, и поэтому будем отдыхать. Сейчас едем в зоопарк с пацанами. Там мы вот тут все. Все, едем. Дверь не закрыта. Да и хуй с ней. Я буду дома. Вовремя. Сейчас. Ой, друг. Оперушка. Друг, привет. Красивая птица такая. Я дома не хватает. Длинный. Распушишь? Не, ну дергать-то зачем? Какой красавец. Какой он крупный. Ты хочешь наш? Нас? Прикинь, вот эта птица вообще, я в шоке. Поджопник. Птица, да. Что это за птица? Кусь, кусь. Прикольно. Мужик, привет. Такой толстенький. Глаза у него классные. Угу. Квасок у него. Енотик. Ля, енотик. Смотри, енотик полоскун. Енотик, ля. Ля. Ты енотик. Это Дима. Бля, енотик. Как у этого блин, енотика? Рука, как у ребенка. Абрикосик. Енотик, абрикосик. У него рука, как у ребенка с ногтями. Посмотри на глаза. Абрикосик. Я енотик полоскун, полоскаю свой писюн. Давай, давай. Я енотик полоскун, полоскаю свой писюн. Я енотик полоскун. Энное количество дней уже прошло после нашего отдыха. Я надеюсь, ты там все достаточно хорошо слышишь. В общем-то, сегодня я буду снимать обзор тебе на одну из моих таких самых дорогих пар кроссовок, как Adidas Stockholm. Сейчас я тебе про них расскажу. Я купил где-то весной, вышла она, мне повезло, что в 7 с чем-то тысяч. Просто я для себя понял, что в нашей суровой реальности хочется на ногах видеть такие вот красивые яркие расцветки. Стоит, смотрит. Вот. И поэтому приобрел ее. Типа загорелся прям очень сильно. И из-за этого как раз таки ее и купил. Очень красивая форма. Мне нравятся такие вот Т-образные, ну не Т-образные, а угловатые носы. Как вот у Бермуд, они чем-то похожи, кстати. И после этого всего однозначно принял решение, что я их хочу. И вот скажу честно, мужики, не пожалел. По удобству и комфорту тоже пара очень хорошая, удобная по сравнению с тем, что это кеды. Замша тоже, в принципе, мягенькая, приятная, синенькая. Вот. Очень-очень приятная, чистится, в принципе, относительно легко. Но, мужики, как будто кажется, что они чуть-чуть подвыцвели на море, но надеюсь, это фейки, и у меня просто в глазах уже свербит. В этой паре говорить можно очень долго, касаясь ее деталей, вышивки, всех вот этих вот мелочей и прочего, но хотел бы сказать конкретно о своих чувствах и эмоциях, о том, к чему мы куда и движемся. Вот конкретно сейчас мы на море, вот собственно, и надеюсь, наше дальнейшее развитие будет идти в горку. Почему? Собственно, потому что я уволился. Поздравьте. Посмотрим, сколько я проживу без работы на этот раз. Опять, я уверен, что недолго, потому что я это я. Но будем верить и надеяться, что получится прожить подольше, поснимать побольше, позаниматься всем этим.
Верю, что все будет нормально, что получится для вас снимать контент, потому что довольно-таки долго я этим не занимался, вдобавок с учетом того, что я закончил учебу, сейчас у меня все время будет посвящено, по сути, саморазвитию, работе и вам, мои дорогие друзья. Вот, поэтому по приезду уже начнем снимать, творить и вытворять. А так, однозначно ставлю этой паре лайк за ее качество, за вышивку, за то, как она сделана, материалы радуют, в принципе, довольно-таки качественные. Вот такая вот пара кроссовок. Вот такой вот протектор. И вот такие вот язычки со шнурочками. Когда открыл их, вкусил полный кайф вот этой новой пары. Когда тут прикованы вторая пара шнурков желтая. Кстати, желтые мне не очень нравятся. Поэтому я оставил классические синие здесь шнурки. Но вот это вот весь запах, вот это все, весь аромат, это просто дарит необыкновенные эмоции. И поэтому вот так. У нас завтра остается буквально 3-4 дня до нашего уезда, поэтому доотдыхаем, допутешествуем, доснимаю и уже по приезду в Калугу видос себе смонтирую. Поэтому вот такие вот кроссовочки у меня в коллекции, надеюсь, от и до будут. Надеюсь, не уйдут, не продам, не сорвусь в моменте, когда будут нужны деньги, потому что эта пара мне очень понравилась и засела у меня в душе. Так что... вот так, ребят. Всех люблю, всех обнимаю. Мы пойдем гулять. Поснимаю, наверное, тебе что-нибудь. Либо уже увидимся завтра. В общем, привет. Не пей до дна, на дне дурак сидит. Я вам что-то иду. У Гоузака в бою нет спины. Добро пожаловать. Вон справа там. Ставим. Берите челночок аккуратненько между рядочками, не зацепите. Ой, давайте я сейчас вас сфотографирую. Можно? Да, конечно, и с вами, если можно, сфотографируемся. Так, все, вытягивай, ложите сюда и подтягивайте красный. Опа, сильно только не натягиваем, чуть-чуть оставляем, потому что она тогда выходит. Угу. Вот так. Опускайте и подбивайте. Вот так. Да, и вот так вот придвигайте, все. Угу. Теперь опять так. Нет, вытаскиваем, ложим туда ее. Теперь опускаем рычажок вниз. До упора. Все. И вот теперь, тут видите, у меня про это самое. Давайте. И до края. Так, посмотрите, не зацепите ни верхний, ни нижний ряд. Денис, скажите, а вы там полотенчики не продаете, экспонаты? Они дорогие очень. Сколько? Ну, самый маленький стоит 5000. Так он чуть-чуть зацепился. Нет, это ничего страшного. Нормально. Да, все нормально. Это просто нитка такая, основа. Плохая, блин. А теперь берете это. Вот. Одной рукой держите, а другой... Да, давайте. Да шо вы, сегодня утром каши на вилы? Вилы? Я же не знаю, где бы зилы, то треба добыть. Моя. Дуже гарно. Тяжело? Тяжело, конечно, ну такая вот, кропотливая видите? Работа. Пойдемте.
сейчас.